Всем привет! С вами StealthPro, и сегодня я покажу вам экстра дурс мод для Майнкрафта Pocket Edition. После установки этого мода в вашем мире появляются настоящие новые двери, которые вы можете использовать в декоре. Ну что ж, первой нашей двери будет вот такая каменная дверь, которая появляется после установки этого мода. Но крафт этой двери довольно легкий, потому что камень вы можете достичь везде. Ну что ж, как видите, дверь также открывается, и также через дверь вы сможете пройти. Так, давайте ее закроем. Вот алмазная дверь, и как я сказал, вы через нее сможете спокойно пройти, как и через обычную дверь. Но, к сожалению, у этого мода есть маленькие баги, также в использовании текстур. Вот, к примеру, если вы сломаете дверь, то сможете также установить. Вот я сказал про баги текстуру. Сейчас вы видите такую маленькую текстуру. Вот. Но она также открывается, дверь, и также вы через нее сможете пройти. Это у нас уже золотая дверь. Ну, ее крафт уже маленько. Вот. Ну и что ж, давайте пойдем дальше. Дальше у нас идет вот такая, можно сказать, дверь, которая используется в тюрьме. О, нет, 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 здесь траву мою есть не надо, овечка. Вы как видите, также есть маленький баг, который будет вас, по идее, везде преследовать. Ах ты, скотина, все же ты съел траву. Иди отсюда вон. Вот такая еще дверька, тоже, можно сказать, делается из камня, но уже делается из нарезного камня. Вот, как видите, может также через нее пройти. Ну и, по идее, двери сзади выглядят примерно так. У них есть тень. Ну, по идее, это не их нет тень. Это тень, наверное, блока. Вот. Ну, я хотел рассказать маленько о этой текстуре. Вот, видите, эта текстура, если честно, эта текстура мне напоминает текстуру командного блока. Ну, честно, мне напоминает текстуру командного блока. Может, вам что-нибудь другое. Ну что ж, на этом все. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал.